Уже 13 человек пополнили ряды Самарти-кондукторов. Из них только на прошлой неделе к коллективу ТТУ присоединились сразу 7 сотрудников. Акцент был сделан на том, чтобы набрать людей в Северное трамвайное депо. Среди вновь принятых работников Максим Родин. Он недавно переехал в Самару из села Приволжья и после трудоустройства получил место в общежитии. У Максима 8-часовой рабочий день, 6 дней в неделю. Сейчас он трудится кондуктором, но уже летом планирует начать обучение на водителя трамвая. Приехал из села, в поисках работы, нашел объявление, пришел, смотрел, устроился, все понравилось. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, официальность, она всегда приемлемая. И в дальнейшем стаж работы, а неофициальная, никому-то и не нужен. С апреля для водителей увеличили размер заработной платы и сразу на 20%. Поэтому четверо бывших сотрудников ТТУ вернулись в строй. Они сдали квалификационные экзамены и сейчас проходят стажировку на линии. В начале мая в учебном центре ТТУ начнут подготовку 9 слушателей. Обучение организуется для желающих бесплатно. Причем на этот период, который продлится 5,5 месяцев, всем ученикам будет выплачиваться стипендия в размере МРОТ. Сейчас знания и профессиональные водительские навыки в центре нарабатывают еще 3 человека. Двое из них в июне закончат подготовку. Для вновь поступивших на работу водителей предусмотрены подъемные в размере 100 тысяч рублей. Он должен отучиться у нас в учебном центре, сдать на права, потом сдать квалификационные экзамены, и после этого мы с ним заключаем трудовой договор, он поступает на работу, и мы ему сразу выплачиваем 100 тысяч рублей. Но понятно, что есть это условие, что в течение 3 лет он должен отработать у нас по должности водитель трамвая. Действует и другая мера поддержки молодых специалистов. Это надбавка к ежемесячному заработку. Водителям со стажем до 2 лет доплачивают 1500 рублей. Кондукторам со стажем до 6 месяцев – 1000 рублей. Еще одним преимуществом работы является увеличенный отпуск. У водителей он составляет 35 дней, а у кондукторов – 32 дня. Всем сотрудникам ТТУ предоставляется бесплатный проезд в городском наземном электротранспорте. Максим Магомедов, Сергей Баскин, События.